И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Плеймарк, Дэн, Фуфло, Гусанек, Фокс, ЛТВ, скажите классные слова. Всем привет. Сегодня у нас очень классная, веселая рубрика «Крокодил-дантист». Четыре крокодила, испытание уже готово, это газовая камера, здание, где мы будем в притирку след танка, и бункер, где будем взрывать проигравшего. Если опять кушайте, приятного аппетита, и мы начинаем веселиться и поднимать вам настроение. Погнали. Ну что, Гусанек, надеюсь, ты проиграешь. Я надеюсь, нет. И правила, кстати, будут очень классные, потому что проиграет тот, кто последний останется выжившим. Все то же самое, только наоборот. Так, Фуфлик, давай. Есть. А, ну да, Фуфлик выиграл. Хорошо. Так, тут меньше. Да. Этот. Молодец, нет. Повезло. А нет, это не повезло. Ребята, теперь понимаете, надо все сделать так, чтобы ты слился первый. Ну, я и думал свой цвет, он удачливый. Ну, не очень. Нет. Так, Денчикс. На желтом еще никто не нажимал. О, Дэн, молодец! Да, так, два крокодила осталось, и теперь я свой счастливый зуб. Помните, вот этот зуб всегда был счастливым? Да, ну, блин, да, хорошо, да, хорошо. Да, я специально не то нажал. Да, чтобы дыхать подольше. Сейчас, понимаете, останется один крокодил всего-навсего. Это будет очень сложно. Так, хорош. Блин. Максим. Давай, на желтый. На желтый, давай. На синий. На желтый, на желтый. Ну. Красавчик. Давай, Санек, тоже на желтый. Пу-пу-пум. Есть, Гусанек, молодец. Блин. Транск 1.6. Вот этот? Давай. Да. Вот это давай, давай. Давай. Не слушай никого. Блин. Видишь? Так. Мне хана, по-любому. А тут... ЛТВ. Мне кажется, вот этот вот крайний. Я посчитал по считалочке и думаю, что нужно вот этот. Блин. Хорош. Так, а кто следующий? Так, я. Три зуба осталось. О, нам придется еще одного активировать крокодила. Ну да. Нас-то много еще осталось. Опа! Молодец! Хорошо, давайте мы этот нажмем. Блин. Так. Аж я слился. Эх ты. Давай, Максим. Вот этот. Давай твой счастливый зуб. Давай. Он не сильно видно счастливый. Я не верю больше тебе. ПолТВ. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Благодаря вам у нас есть классные идеи и офигенное настроение, чтобы пилить веселые ролики. Ну короче, Дима стоит тут, значит это. Есть, повезло, повезло. Ладно, давайте тогда желтый активируем. Мне кажется, он более счастливый. Это что, и получается, что мы сейчас еще с Максимом можем и проиграть? Хочу кто-то его проиграть, кто-то выиграть. Так, кто там нажимает следующий? Ты. Я. А, ну все нормально, смотрите, вот. Обычно мы самый счастливый. Блин, ну не сильно он счастливый. Не верь больше ему. А настрой осталось, да? Да, вас трое. Давай, Макс. Максим, мне кажется, вот. А я вот этот. Да ё-моё! Я слишком везучий. Нет, я никого не слушаю, нет. А блин, лучше бы я тебя послушал. Блин, настроение классное. Так, Фокс, давай. Интересно, кто же из нас проиграет? Сейчас будем неделю играть. Не, ну кто-то проиграет. Бесконечных зубов у нас не бывает. Хорош. Так, я. Ну все, пацаны, смотрите. Вот из этих четырех зубов, знаете, какой проигрышный будет? Вот этот. Такой. Нет. Блин, да что ж такое? Я хочу выиграть. Я не хочу, чтобы меня танком убили. Сюда, Максим. Ну это прям везение. Нет, Максим. Ну все, Максим, мы сейчас с тобой вдвоем останемся. А нет, я ж, да. Ну все, пацаны. Отлично, остался у нас Максим и Фокс. Отлично. Макс, давай, я за тебя болею. Ладно, я за Фокса болею. Вам, Макс. Максим! Пацаны, ну что, какое мы ему придумаем испытание? Сожгем, танком зафигачим или закидаем гранатами? Давайте гранатами закидаем. Давайте, давайте. Заходи, Максим, готовьте гранаты все. На счет три будем кидать. Все взяли? Да. Да. Один, два, три, бросайте. А что мы порой поулетали? Это была жесть. Хорошо, раунд номер два. Следующее у нас испытание будет, мы сожгем его в камере. Мощной сжигалкой. Ой, а его не меня? Давай, Гусанечек, начинай. Так,
Хорош. Ладно, еще раз. Не повезло. ЛТВ. Мой цвет. Логично, мой цвет. Нет, я тебя не буду. Я буду желтый нажимать, чтобы проиграть 100% здесь. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так и вот этот. Блин. Не повезло. Так, Дэн молодец. Слился сразу. Я. Сейчас не давай обратный, давай. А, блин. Вот этот надо было. Так, Фокс. Плеймаркет. А ладно. Так, ну, шансов все больше и больше для победы. Да. Оно так еще резко убивает, аж пугаешься, когда он тебя прихлопывает. Давай, фуфли. Молодец. Ладно, я еще... Да! Хорош. Максим! Ну, Максим! Ну, ладно. Да, блин. Чтоб Дима проиграл. Так, Дима, ты следующий. Ну, я вот выиграю сейчас, смотрите. Ну, ладно. Ага. Хорошо. Нет. Да, я специально поддаюсь. Ладно, я не поддаюсь. Блин, ладно. Хорош. Саня. Дэну как-то везет, вы заметили? Он четырит. Да? Да все, он четырит. Да. Давай ЛТВ. Нажал? Нажал. Так, ладно, поверь, Дэн. Ну, Дэн, ну ты не тот зуб подсказываешь. Блин, тут сложно. Но думай хорошо. Этот, давай вот этот счастливый зуб. Нет, это говно зуб. Отчаем. Да нет, он счастливый же. Давай вот этот. Дэн на нем как раз... Хорош! Молодец, ЛТВ, у тебя очень хорошая чуечка, видишь? Так, красный. Это ты. Ну я сейчас точно солю, смотрите. А, блин. Нет, да не-не-не, ты будешь жить, мы тебя взорвем. Спасибо тебе. Нет, я не хочу взрываться. Или взорвем. Ребята, досмотрите обязательно ролик до конца, потому что мы сделаем эпически мощный взрыв. Так, один к двум. Я взорву всех и себя тоже. Давай, ты должен попасть. 50 на 50. Давай, ты сможешь. Ну? Поверю Дэну ты. Хорош, хорош! Дэн остается в игре. Так, получается, кто? Я. Ну, да? Ты сейчас не умрёшь? Или подожди, ЛТВ... А, да, ЛТВ сливался. Да, так, пацаны, смотрите, самые счастливые мы... У меня не самый счастливый, у меня надо проигрышный. А, блин, да что ж такое? А где у тебя наоборот еще счастливый не убивает поэтому? А, блин, а... У Санёк, выживи. Молодец. А, я хочу, чтобы ты выжил. Так, ну ты, Дим. А, у нас так уже мало людей осталось? Да, нас сколько? Трое, получается. А, не четверо. Так, следующий. Так, Фокс ТВ. Нет, Саня, ты же только что. Кажется, Дима выиграет. Не, не хотелось бы это. Давай. Я бы хотел, чтобы Дима жил. Да, чтобы он жил и проиграл. Вы такие это... добрые. Интересно. Саня, вот этот отвечаю. Да, и тоже. Я говорил. Нет. Да, блин. Да, вот давай, вот, Дима, встань на этот. Ну вот, вот смотрите, я всегда слушаю людей и делаю по-своему. Видите? Отлично! Отлично! Великолепно! Так, давайте зеленый тут кто-то нажал уже, давайте на нем. Так. Давай, Палмар. Сейчас кто проиграет, будет в этой камере просто сгорать заживо. Да. Так, Фокс ТВ выиграл. Фокс ТВ есть. И теперь мы вдвоем с этим, с Плеймарком. Ну давай, Гусанек, я надеюсь, мы тебя убьем. Так, Плеймаркет. Сейчас мы сжигаем Гусанька. Не, не сожгете. Сожгем, сожгем. Хоть бы Саня жил. Плеймарк, вот это же стопрот. Так, не получилось. Аня, вот этот. Я за Гусанька болею. Я за Плеймарка. Чтоб он выиграл в этой игре. Хорошо думает, молодец. Не проиграл. Аня, давай. Ты сможешь. Я тебе. Шанс для победы все больше и больше. Нет, Саня. Есть! Давай теперь, Плеймарк, заходи. Так, нажимаем кнопочку. Заходи в эту барокамеру. Так, где он? Он тут спрятался. Не ссы, давай, не бойся. Так, закрываем. Дверь. Так, стоп. И активирую. Только отойдите подальше. Все, отходим. О, у меня эффекта нету. Ну просто все горит. Ай. Горел?
Он живой? Он живой. Стой, так и стой. А мне интересно, если в это здание стрелять, оно целое останется? Да. Ну вот это деревянное здание точно не выдержит. Следующий, кто проиграет, будет взорван с выстрела танка. Это будет что? Нет. Да. Это будет гусанек. Так, давай гусанек, гусела. Так, раз, два, три, раз, два, три. Сбок, мы выберем тебя. За тебя логика. Ее нету, поэтому логика класс. Я поверил ТБ. Вот этот. Слушай, слушай людей. Они хотят, чтобы ты проиграл. Так, ну я выберу вот этот. Блин. Я буду тебе держать вот этот голубой специально, чтобы проиграть. А-а-а, мой цвет, я понял. Так, сейчас. Сейчас Дэн опять проиграл. Я бы офигел, если бы Дэн проиграл. Выиграл. Выиграл. Ну как, проигравший выиграл, потому что тут непонятно, какие правила еще. Вечно как придумаем. Ну, всем нравится. Надеюсь, ребятам вам тоже нравится такие ролики смотреть, где мы интересные придумываем рубрики. Вот я это не поверю никому. Да, делай как ты хочешь. Неплохо сделал. Конечек. Так. Левый зуб хотел. Нажимай тут, тут шанс проиграть больше. Ну, как выиграть. Куплик иди. Да. Вот этот, вот этот. Мне еще нравится, что разработчик сделал зуб. Вы это не можете его нажать, пока не станете давай, прямо на него. Давай, я поверю твоему зубу. Да, блин. Ну, блин, ты видишь, как вот слушать людей? Так. Ну, я доверчивый. А давай, ЛТВ. Бенки, бат. Да, блин. Ой-ой-ой, тут прям вообще на везение сейчас уже будет. Если сейчас Дэн... Вот, сейчас я вот тут точно. Сейчас давай, Дэн нажмет. Я уже нажал. А, ну все, ребята, смотрите. Прощайте. Дима выживет. Отлично, ребята, в этой серии я не хочу умирать. Я буду сегодня троллить всех и взрывать. Офигел, Дим. Нет, я не такой. Так, плеймарк. Отлично. Пока что я первый вылетел, и это очень классно. Это плохо. Ну, теперь жмякайте зеленый. Шанс того, что здесь вы вылетите, очень велик. Зубов мало осталось. Ладно, я поверю. Так, давай. Да. Ну? Вот и хорош. Так, ну на красном меньше. Давай. Не повезло. Так, ну это не этот по-любому и не этот, значит этот. Да блин. Не. Жалко. Хорош, плеймарк, хорош. Так, нас уже двое. Это плохо. Это хорошо. Это плохо. Отлично. Ой-ой-ой! Такс. Ой-ой-ой. Давай, Фуфлик, выбери правильный. Сделай нормально, ну в этот раз красиво сделай. Да. Вот выживи. Да, выживи. Выживи, чтоб я проиграл. Этот зуб как-то отличается. Хорош. Очень хочу проиграть. Давай, Макс, мы в тебя верим. Я раскрою тебе секреты, они все одинаковые. Блин, это сложно. Ну тогда давай вот этот. Этот? Молодец! Так, кто давайте был, опять же этот зуб. Ой, этот крокодайлус. Молодец. Я молодец, я знаю. Дэн сегодня что-то не везет в этом раунде. Самый крайний, самый крайний. Молодец, да. Молодец. Да. Такс. Чиназос. Сюда. Теперь, блин, получается Максим и кто? И я. Фуфлик, Максим, давай. Я тоже. Максим, я за тебя болею, реально хочу, чтобы ты выиграл. И я тебя взорвал с танка. Ты выиграл. Типа проиграл, чтобы выиграл. Так. Еще Дэн. Вот это. Так. Вот этот следующий. Ну ладно. Так. Блин, так. А, их трое, Дэн еще живой. А, да, Дэн еще жив. Блин, как я живу. Есть! Так, остался Дэн и Максим. Нет. Да, да, ты будешь гореть сегодня. Гореть вот. О, блин. Максим, давай, Макс, нажимай. Дэн уже нажал. Уже нажал, он просто прям не тянет резину, чтобы... Да он просто не хочет проигрывать. Нажимай, нажимай, он уже нажал. Давай, давай, Максим. Не ссы, я так 100 раз сделал. Этот, вот этот. Ёлки-палки. Мне интересно, зуб программируется заранее или он просто рандомно прыгает? И вот интересно вот это вот. Нет, заранее, ты. Заранее, заранее. Дэн, ну как? Я хотел его. Так, 4 зуба осталось. Максим, давай вот этот. Вот этот. Я буду на фуку ходить. Три.
Дэн, поверь мне. Два, вот теперь вообще 50 на 50, ну! Вот ну все, Максим! Класс! Это ж надо так вот... Максим, заходи в деревянное здание. Ребята, я мечтал это сделать очень много времени. Заходи. Ты мечтал взорвать меня? А что здание не разрушается? Я не понял. Дима, я знаю, как по-другому можно сделать. Дима, давай меня. Я тоже знаю. Заходите все в дом, ребята. Я же обещал сделать эпический взрыв. Я его сейчас сделаю. Все в доме? Да. Я сейчас тоже кину бомбы, короче, на дом и зайду вовнутрь. И мы все взорвемся. Смотрите, какая у нас есть маленькая бомба. Так, сейчас я на крышу взлечу. Так. Подождите, что там за все. Бомба? Ну такая. Хашна. Все, пацаны, отдыхаем, сидим. Нормально все? Дэн, заходи, не бойся. Как ваше лето проходит, ребят? Нормально все. Хорошо. Все четко. Вот это было жестко. Если понравилась эта рубрика, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Санек, поджигай, все взрывай. Всем пока. Бум. Ух ты. Всем пока.